Почти двое суток потребовалось аварийным службам Братска, чтобы восстановить подачу холодной воды в жилые дома сразу 4 микрорайонов. Напомним, прорыв магистрального трубопровода произошел рано утром 27 февраля. Без воды остались свыше 1000 человек. Одна из центральных улиц города стала напоминать настоящую реку. Устранить аварию коммунальщики пытались более 40 часов. Ситуацию осложнял тот факт, что над поврежденным трубопроводом проложен электрический кабель. В случае его отключения люди остались бы не только без воды, но и без света. Чтобы этого не произошло, было принято решение локализовать аварийный участок трубы. Проще говоря, пустить водоснабжение по резервной схеме. Ликвидация всех последствий прорыва продолжается до сих пор.